На дополнительную поддержку общественных организаций инвалидов правительство России выделит 60 миллионов рублей. Такое распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Точная сумма, указанная в документе, составляет 1 миллиард 499 миллионов 800 тысяч рублей и выделяется в виде субсидии в 2017 году. В списке получателей средств указаны такие организации, как Всероссийские общества глухих и слепых, а также организация «Инвалиды войны». Пояснительная записка к документу информирует о том, что финансовые средства выделены на основании федерального закона, который вносит изменения в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов от 14 ноября этого года. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 53 копейки, евро 69 рублей 33 копейки.